к вашему вниманию. Дорогие друзья, это пагубная практика ручного управления казначейством, задержка, централизация в одних руках, различные дочерние фирмы, которые возле монополий присутствуют. В Сватовском районе есть газовое месторождение, а некоторые власть имущие до сих пор качают газ и ложат в карман деньги. Это гребаная иллюстрация где? Почему сидят прокуроры, которые клепают себе копейку? Почему уличились? Господин мэр, ну простой шкуры. Вопрос я задал. Есть задолженности перед вами или нет? Да. И какой у нас размер? Задолженности только тех предприятий. Коммунальное хозяйство Сватова работает, но есть предприятия, которые до сих пор на сегодняшний день централизованно подчиняются Луганску. До сих пор. Луганск-вода с их концессиями, областной собственностью. С 2002 года мы просим отдать и отвечать перед жителями за качество воды, за все услуги. А вот там сидит Вилкул. Я помню, как вы в Кривом Рогу строили мостики. Ваши мостики, знаете, нам чем вылились? И ваша боязнь за свою власть, вы довели Донбасс до того, что на сегодняшний день все происходит здесь. Ответьте. Вы довели Донбасс до руин. От шахтера до хлебороба. Знаете, здесь, в Киеве, разные большие политические страсти, говорятся сложные термины. Нам обещают какие-то реформы, причем обещают их в 2020 году, в 2025 году. Это такая манипуляция для того, чтобы снять власти себе ответственность за то, что происходит в 2014, сейчас скажу, в 2014-2015 году. О каких мостиках сказал мэр, я теоретически не понимаю. Даже теоретически не понимаю. А практически? Значит, могу сказать одно, что... А практически тоже. Могу сказать одно. Я 20 лет работал в промышленности. От помощника машиниста-экскаватора до генерального директора. Выплачивал годичные задолженности по зарплате. Потом 4 года был губернатором Днепропетровской области. 24% рост производства, 120 детских садиков и нормальные построенные дороги. И потом полтора года был вице-премьер-министром. У нас 4 года были стабильными коммунальные тарифы. Внедрялись нормальные проекты, реализовывались. И в прошлом году мы нормально пережили зиму, несмотря на то, что 2/3 облгосадминистрации по стране были захвачены. То, о чем вы сказали, я не понимаю. Вообще, даже теоретически. Если говорить про то, что вы говорите про коллег, то вы, наверное, задаете вопросы коллегам. Я могу за себя ответить, а какие-то фантастические вещи говорить не могу.